Наконец-то я нашла правильный рецепт. Поехали! В банку всыпаем 100 грамм горчичного порошка, вливаем 270 миллилитров разогретого до 70 градусов рассола или маринада. Для этого рецепта можно брать любой рассол или маринад из-под помидор, огурцов или капусты. Все смешиваем до однородного состояния. Затем сверху заливаем еще 50 миллилитров горячего рассола. Прикрываем и оставляем при комнатной температуре на одни сутки. Спустя сутки максимально сливаем верхний рассол и добавляем 1 столовую ложку растительного масла. Все тщательно перемешиваем и отправляем в холодильник до полного остывания. Вот и все. Настоящая ядреная горчица готова. Такую точно в магазине не купишь. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!